Прокуратура занялась восстановлением прав на бесплатную дегазификацию более 6 тысяч омичей. Жители ранее обращались за помощью к генеральному прокурору Игорю Краснову. Он приезжал в наш город с рабочим визитом и проводил личный прием граждан. Прокурорская проверка выявила факты неисполнения обязанностей по рассмотрению свыше 6 тысяч заявок на дегазификацию. Руководителю компании «Мешоблгаз» внесено представление об устранении нарушений. Возбуждены уголовные дела за введение в заблуждение потребителей. Омичам говорили, что нужно заключать платные договоры, хотя программа реализуется на безвозмездной основе. Теперь прокуроры намерены добиться еще и взыскания ущерба для обманутых потребителей. Отметим также, по инициативе специалистов надзорного органа, компания «Юза Инвест» передала газопроводные сети в собственность Омской области. Я не раз отмечал, что интересы жителей Омской области и их защита в приоритете. Компания не смогла обеспечить выполнение программы дегазификации населения и допустила срыв сроков по 6 тысячам заявок, поданных жителями региона и города Омска. Теперь неоформленные газопроводные сети будут переданы органам местного самоуправления для дальнейшего принятия объектов в собственность. Глава региона отметил, беседы и встречи со специалистами «Юза Инвест» проводились неоднократно, но компания все же не смогла реализовать программу дегазификации. Отметим, «Мешоблгаз» также входит в группу компании «Юза». Все заявки, которые омичи подали в эти организации, теперь рассмотрит фирма «Омскгазстройэксплуатация». Вопрос обеспечения газом жителей региона находится на особом контроле облпрокуратуры.